В России все ходили слухи о том, что Центробанк собирается ввести цифровой рубль, небезосновательные. И вот, наконец, это случилось. С 1 августа в тестовом режиме пока еще очень ограниченно вводится цифровой рубль. Что это будет и как я себе это вижу, как я себе это представляю, сейчас я попытаюсь рассказать. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демидков Юрий. Насколько я понимаю, с 1 августа уже вводится официально цифровой рубль, цифровая валюта. Многие люди очень опасаются этого, боятся, думают, что это средство тотальной слежки и так далее. И да, и нет, сейчас я попытаюсь рассказать, что, как я себе это представляю. Итак, смотрите, что такое цифровой рубль. Это просто Банк России выпускает деньги, они будут немножечко другие. Цифровые. И чем они будут отличаться от настоящих? Что у них, во-первых, прежде всего общего? Смотрите, вот обычная купюра, всем нам хорошо знакомая, скажем, и на любой купюре вы можете увидеть отдельный номер какой-то, вот в данном случае там АЯ там и так далее, серия, номер и так далее. И у каждой купюры этот номер уникальный абсолютно. Если вы видите две купюры с одинаковым номером, то одна из них со стопроцентной вероятностью будет фальшивая, потому что двух купюр с одинаковым номером быть не может. Поэтому здесь очень высокая, цифровой рубль будет то же самое. Не может быть двух цифровых рублей с одинаковым номером и, собственно говоря, все. Но, смотрите, как только вы получаете, вот Центробанк выпустил вот эту купюру, он ее выпустил в обращение, значит, отдает банкам, банки дают эти деньги куда-то там на выплату зарплаты, там через банкоматы и так далее, и так далее. Как только эта купюра из банка ушла куда-то, в чьи-то руки, то, в общем, все. Никто не знает, куда она, как транзакции идут. То есть никто не отслеживает эти транзакции абсолютно. То есть эта купюра может попасть в любые руки абсолютно. И в руки мошенников, и в руки, значит, наркоторговцев, и в руки... в основном, конечно, в руки нормальных граждан, законопослушных, но они вот как бы крутятся, и никто не отслеживает это дело. Это во-первых. Во-вторых, значит, эти купюры изнашиваются, и по мере износа банк это отслеживает. Это очень сложная процедура, потому что, многие купюры теряются, многие отслеживаются, и банк допечатывает и выпускает их дополнительно в обращение новые купюры с тем, чтобы денежная масса не возрастала, и так далее, и так далее. Это целая процедура, первое. Второе, смотрите, для того, чтобы выпускать эти деньги, это же огромная индустрия, посмотрите. Во-первых, это бумага, то есть вот на ощупь, да, вы знаете, что это бумага особенная, это надо выпускать особенную бумагу. Эту бумагу, я вам скажу по секрету, значит, я как бы, специалист по полиграфии, такую бумагу вы не купите, и поделать ее очень-очень сложно. И, в бытность мою, когда я занимался, когда не было еще банковское дело развито, значит, всегда были только наличные, а я занимался, я предприниматель, значит, там были большие суммы, значит, их считаешь, и когда их быстро считаешь, прямо вот фальшивая купюра сразу чувствуется, она просто отбрасывается, потому что она не так скользит по другим купюрам, просто сразу отбрасываешь, и все, значит, это подозрительно, и все, то есть чисто по бумаге, потом, значит, печать, я вам как полиграфист скажу, значит, это не офсетная печать, потому что если вы посмотрите это дело под микроскопом и обычную офсетную печать, любую высококачественную, там вы видите точечки растровые, и, значит, там особая технология, растровые точки, и для светопередачи. Здесь этого нет. Здесь... гильеширные сетки, так называемые. Здесь какие-то системы защиты, там какие-то вот кракозяброчки, значит, там и так далее, и так далее. Это очень-очень серьезная печать, это другие совершенно станки для печати, и это целая индустрия. Здесь задействована и глубокая печать, и высокая печать. Здесь масса всего. Орловская, значит, печать, ну, когда одна и та же линия меняет цвет по длине. Это очень серьезная, так сказать, масса степеней защиты, которые видны и которые, ну, может быть, вы не догадываетесь, но специалисты об этом знают. И специалист может отличить, наверное, ну, если купюра сделана не очень качественно, то, наверное, это можно отличить. Вообще говоря, я встречал купюры, которые практически нереально отличить от настоящей. И, ну, просто я как полиграфист, ну, то есть мне как бы со мной расплачивались такими купюрами, а когда я уже понимаю, что купюра фальшивая, что мне делать оставалось? Я нес их в соответствующие органы, сдавал, потому что я ничего не могу с ними сделать. Ну, могу уничтожить, конечно, но, собственно говоря, больше ничего, потому что расплачиваться ею, это для меня, например, смерти подобно, потому что я полиграфист. Вот, здесь, что я хочу сказать, расходы огромные на, так сказать, поддержание вот этого всего наличных денег. Что такое цифровой рубль? Это цифра, это технологии, современные технологии, и поэтому здесь этих расходов нет. Здесь есть расходы немножечко другие, расходы на отслеживание, на вот эту вот цепочку блокчейнов и так далее. Построил эту систему, значит, там распределенную, и, собственно говоря, она работает, и там не зависит количество, ну, вернее, зависит, конечно, от количества имитируемых бумаг, ну, в общем, справляется, здесь нет таких расходов. Вот, то есть это экономия на печати, экономия на отслеживании, экономия на защите от фальшивомонетчиков. Но есть ли защита от мошенников? Вот защиты от мошенников нет, и, ну, значит, говорят, что основным средством там мошенничества или там кражи цифровых рублей это будет, как сказано, социальный инжиниринг. Что это такое? Ну, мошенник звонит и говорит, что, блин, вас срочно, значит, это самое, там, надо заплатить денежки, значит, пойди переведи туда-то, туда-то на... То есть сними деньги, положи в банк, скорее всего, так будет, и переведи на какую-то карточку. Вот, то есть здесь будет социальный мониторинг, это вот, это то самое социальное мошенничество, социальный инжиниринг. Вот, то есть мошенники от этого не отпадут, звонки будут вот эти вот бабушкам и так далее, доверчивым. Дальше, цифровой банк, Центробанка, проверка возможности тотальной слежки при помощи цифрового рубля, замена наличных рублей на цифровые производиться не будет. Все три формы нацвалюты будут доступны гражданам и компаниям, отметила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Я уверен, что так и будет. То есть эти цифровые рубли вводятся не для того, чтобы осуществлять тотальную слежку за гражданами России, об этом немножечко позже. Как я себе представляю эти цифровые рубли? Смотрите, ну, будет очень серьезная такая, типа рекламной кампании, и будут всех, ну, грубо говоря, там поганой метлой загонять в эти цифровые рубли, потому что это важно и интересно для Центробанка. Но, во-первых, нет никаких ограничений, то есть цифровой рубль не зависит от того, ну, от банка. То есть эмитентом является Центробанк, значит, непосредственно, то есть государство, и здесь неважно, в каком банке у вас открыт счет. Все транзакции с цифровыми рублями будут абсолютно бесплатные. Ходили слухи, так сказать, какие-то люди говорили, что цифровым рублем, значит, этот сам цифровой рубль будет иметь ограниченный срок действия, всех, значит, заставят его покупать и платить там за какие-нибудь, ну, скажем, за госуслуги платить, там, за машины покупать, что государству выгодно, зато и заставят покупать, а остальные просто ограничат. Ну, это чушь, ребята. Здесь я считаю, что никаких ограничений не будет, и это самое интересное, потому что это будет, наоборот, как раз такая фишка цифрового рубля, что ими можно будет расплачиваться где угодно и за что угодно. И прежде всего, и для чего это вводится? Для того, чтобы им прежде всего расплачивались граждане, и это будет сделано, я вот уверен, что они постараются сделать, чтобы это было крайне удобно использовать гражданам как средство защиты. То есть поверьте, что просто государство, ну, оно не просто, как бы, то есть основная цель государства – это не усложнить жизнь граждан, а наоборот облегчить, если честно. И на самом деле, ну, это не шутка, это вот, как бы, да, реально так. Я считаю, я в этом уверен. Вот, теперь далее. Вот я читаю сейчас... Ну, такая наиболее полная информация, которую я нашел, наверное, это агентство Prime, очень солидное агентство, пишет. Цифровой рубль. Кому выгодно им расплачиваться? О его преимуществах для россиян рассказали в РЭУ имени Плеханова. Первое. Возможность совершать переводы другим лицам без комиссии банков и вне зависимости от местонахождения. Да, как бы цифровой кошелек не будет привязан к конкретному банку, и это повысит мобильность средств. Электронный кошелек будет доступен офлайн. Вот это вот для меня непонятно, как это будет технически сделано, но как-то будет, видать, сделано. Это очень круто. Так решится проблема для отдаленных населенных пунктов, где нельзя совершить платеж с карты, поскольку посттерминал не может работать без интернета. Здесь можно будет работать и без интернета. Я не понимаю, честно говоря, как это будет сделано. Вот здесь я не понял. Цифровые кошельки будут находиться под контролем ЦБ. Ну, сейчас ваши карточки находятся под контролем, ну, прежде всего, вашего банка, а потом уже банк, Центробанк контролирует банки. Вот. Сейчас будет непосредственно Центробанк все контролировать. Это как бы достаточно очевидно. Все транзакции прозрачны и будут проходить по каналам Банка России с криптографической защитой. Операции с кошелька клиент должен подтвердить своей электронной подписью. Что из минусов? Прежде всего, это ограниченный функционал, отмечает доцент Валишвили. На данном этапе цифровой рубль – это всего лишь средство платежа. Оформить вклад или кредит пока не получится. То есть вклады и кредиты будут по-прежнему оформляться в коммерческих банках, как и прежде. Ну, наверное. Но зато свободно совершенно вы сможете эти обычные рубли перевести в цифровые и наоборот с легкостью. Затраты на открытие электронного кошелька не потребуются. Сделать это сможет пользователь любого банковского приложения. Дополнительно придется пройти регистрацию в ЕСИА и получить ключ простой электронной подписи. Это можно оформить через госуслуги. То есть вы должны... Ну, как бы, когда вы открываете счет в банке, вы предъявляете паспорт. Здесь то же самое, только через госуслуги. Потому что госуслуги – это электронный паспорт. Вы там его подтверждаете, свою личность подтверждена. И, естественно... Да, и перевод россиян на расчеты в цифровых рублях не станет обязательным для всех. Каждый сможет принять решение самостоятельно. Ну, как я уже заметил ранее, что, конечно же, он будет добровольным, но будут вот усиленно рекламировать, усиленно пропагандировать переход на цифровой рубль. И, судя по всему, будут, ну, как-то... типа прижимать, что ли, обычные транзакции, может быть, через банк. Хотя вряд ли, потому что я тут заметил сообщение, что обычные транзакции через банк тоже будут расширены, значит, там и функционал, и прочее. Там вообще все тоже очень-очень здорово сейчас происходит. То есть, если раньше был перевод из, ну, с одного банка на другой банк там, по номеру телефона и так далее, был ограничен то ли 20 тысяч рублей, некоторые банки вообще решили брать комиссии за это дело, просто без всяких ограничений. Потом, значит, Центробанк ввел, напоминаю, систему быстрых платежей, которая, так сказать, тоже как-то, посмотрите, как она развивалась, бесплатно. До 100 тысяч рублей было бесплатно, причем до 100 тысяч рублей в день, не в месяц, через систему быстрых платежей, которая также отслеживается через Центробанк. И ну, система быстрых платежей – это, конечно же, ну, предвестник цифрового рубля. Вот. И сейчас расчеты через систему быстрых платежей, там что-то до 3 миллионов в месяц, что ли, там как бы вот расширили эту базу. Я недавно видел сообщение. То есть вообще. И как бы, ну, все пользуются системой быстрых платежей, и видно, что никто ни за чем не следит. Но у системы быстрых платежей есть одно, как бы, один недостаток, которого будет лишен цифровой рубль. То есть через систему быстрых платежей, да, значит, Центробанк видит все транзакции, которые проходят через систему быстрых платежей. Ну, то есть транзакция между одним человеком и другим человеком, она видна Центробанку. Центробанк видит потоки вот этого и черного нала, грубо говоря, потому что, ну, в основном это черный нал, потому что сейчас вот, ну, на рынке там всякие таджики, узбеки совершенно спокойно там по номеру телефона переведи деньги, и все, и никто их не контролирует, и никого не контролирует. Но есть вообще потрясающая вещь, которая будет доступна банку, и ради этого все делается. И это фантастиш вообще. Вот, то есть, когда будет введен цифровой рубль, я прямо вот первый побегу оформлять электронный кошелек. Я сделаю это, потому что я буду тестировать, я буду рассказывать. Во-первых, людям мне это интересно, но во-вторых, это вот я прямо вот в восторге от того, что будет введен цифровой рубль. Представьте себе картину, смотрите, Центробанк. Вот сейчас Центробанк выпускает рубли, я с чего начал, и он не видит, куда они пошли, как они пошли, как они. Вот. А теперь представьте себе, Центробанк выпускает цифровые рубли и куда-то их толкает, куда? Населению. Население их берет. Через банки, через какие-то еще что-то, ставит приложения свои, значит, там, ну, как это будет выглядеть? Скорее всего, либо QR-код, либо к номеру телефона привязано, либо к номеру кошелька как-то, вот, ну, скорее всего, к номеру телефона. К номеру телефона будет привязан жестко электронный кошелек, и, значит, там чпок, и все. Вот, электронная подпись у вас будет стоять в телефоне. Это уже, ну, тоже многие банки, у меня уже здесь стоит телефон, несколько таких элементов типа электронной подписи. Вот, то есть, будет очень легко делать переводы эти, там QR-код показал, и, значит, соответственно, все, перевод пошел. Но фантастическая картина в чем? Смотрите, Центробанк выпускает деньги куда-то там, хопа, они идут какими-то потоками, так вот, куда они идут? Значит, они идут сначала вот большой поток, значит, как бы оптовая, значит, поставка этих цифровых рублей там через банки, там можно кто-то, ну, как бы купить через банки, значит, со счета своего банка я покупаю цифровые рубли, естественно, то есть это вот поток такой через банк идет, значит, людям в населении, и получается вот огромное количество вот таких вот мелких электронных кошельков, в которых эти деньги, эти рубли, и, значит, эти рубли начинают какое-то движение от одних людей к другим, и это вот все это отслеживается, понимаете? И, как сказал Остап Бендер, если в каком-то обществе ходят какие-то денежки, где-то их должно быть много. То есть, смотрите, есть поток какой-то вот центральный, значит, они такой выпускаются, как вот из резервуара, такая вода хлынет, такая вот эти цифровые рубли распределяются. А потом они, значит, там потихонечку собираются где-то. И Центробанк будет видеть, а где же они собираются? У кого они собираются? будут точки, в которые эти рубли потекут. Это как с приватизацией. Вы помните, ваучеры раздали всем абсолютно, но при этом кто-то стал беднее, грубо говоря, да, так сказать, кто-то ничего не получил за эти ваучеры, а кто-то за эти ваучеры получил огромные отрасли и предприятия, там, как бы нефтянку там, и так далее, и так далее. То есть люди скупали ваучеры. И в результате вот этой приватизации вся собственность, которую вроде бы раздали людям, люди с удовольствием это, значит, продали эти ваучеры и пропили ваучер, каждый это была доля собственности, а кто-то эту собственность собрал, и появились олигархи внезапно. Так же и здесь. Также и здесь, ребята, значит, будут, центр выпуска, это под контролем Центробанка, каждый рубль отслеживается, и, значит, и где они будут концентрироваться, вот что важно, вот что интересно для государства, понимаете, то есть цифровой рубль – это средство слежения не за вами, а средство движения за деньгами, за денежными потоками, там все под контролем, и будет вот фантастическая картина, вот это вот реки, да, представляете, вот они вытекают откуда-то, потом распределяются, а потом куда-то стекаются, куда они стекаются, это так интересно, и будет видно, что, значит, они там стекаются куда-то там каким-то миллионерам Корейка там или так далее, какие-то, может быть, в какие-то госкорпорации они стекаются, или не в госкорпорации, в какие-то, то есть весь теневой бизнес, значит, будет вот как-то вот выползать, да, значит, куда они там, как это вообще фантастиш, и, значит, там тоже будут схемы, конечно, как прятать, что, значит, там, типа, вот как ко мне, например, идут деньги, значит, они в цифровом виде идут, да, а потом я должен как-то их спрятать, чтобы, их в такой вот, в наличку, а наличка уже не контролируется, это фантастическая картина, и здесь как раз речь идет не о слежении за гражданами. Я еще раз говорю, впервые это будет слежение за каждой отдельной купюрой, это очень интересно, и все эти потоки где-то концентрируются, и ради этого, конечно же, все делается. И все это, новые цифровые технологии, все это будет, классно, просто классно, и, просто будет видно, что, значит, где-то там каким-то, эти цифровые рубли будут попадать и каким-то бедным людям, да, например, да, которыми вы себя считаете, например, да, и эти цифровые рубли будут потом концентрироваться у богатеньких, и это будет видно, и, значит, будет видно, куда тратят, например, бедные люди, на что тратят, там, так сказать, от бедных людей потоки, это идут там за водку куда-то и там далее, за паленую водку, там, может быть, там, вообще фантастиш, конечно, фантастиш, где они будут концентрироваться, это здорово, на самом деле. Я жду с нетерпением, что это будет. Это новая эра, и сопротивляться этому абсолютно бесполезно. Естественно, я знаю, что будет там типа антиваксеров движение и так далее, что нас всех поработят. Но все это чушь, ребята. Это новые технологии, это удобство, и это хорошо. Вот такое мое отношение. А что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А я, пожалуй, закончу на этом. Спасибо за внимание. Лайк, подписка. И думайте не о том, как спрятать денежки от государства, а о том, как их заработать побольше, чтобы у вас было побольше этих самых рублей, неважно каких, наличных, безналичных, цифровых. Главное, что, чтобы, во-первых, в процессе заработка не растерять душу. Главное, чтобы в процессе заработка вы не продавали свою душу дьяволу. И честно зарабатывать, не прячьтесь от налогов, а деньги – это зеркало, это увеличительное стекло, которое позволяет увеличить все то, что есть в человеке. Если человек говно, то дай ему денег, он будет говно в квадрате. А если человек хороший, то он будет распространять добро и будет помогать другим зарабатывать деньги. Понимаете? Не зря говорят, дай человеку деньги, и ты узнаешь, кто он. Есть люди, которые говорят, вот, Юра, дай мне деньги. А если я дам им деньги, то есть я многим, сказать, ну, были у меня люди, которые говорят, дай мне деньги там в долг, да, и потом я замечаю, что поток идет в одну сторону, то есть они у меня постоянно просят, когда им не хватает денег, они, значит, считают, что я бесплатный кошелек, но когда у меня не хватает, они говорят, мы тебе поможем вообще, если у тебя вдруг там будет все. Вы думаете, как вы думаете, сколько из них помогло мне? Никто никогда мне не помог. Даже когда я обращался. Вот, поэтому это зеркало, это увеличительное стекло человеческих качеств, деньги всего лишь. И подумайте об этом, о душе своей. Вот, а еще деньги дают свободу, конечно же, потому что если у человека нет денег, то он не свободен. Когда у человека совсем нет денег, он не свободен. Когда у человека человек свободен, то у него есть какие-то деньги. Это могут быть огромные деньги, могут быть небольшие деньги, но они дают человеку свободу. И когда человек начинает работать только ради денег, он становится рабом денег. И когда человек становится рабом денег, это уже не свобода, это уже тоже порабощение, только в другую сторону. Он готов на все ради денег. Здесь как бы не надо думать, что деньги – это самое главное. Поэтому деньги – это прежде всего благодарность людей за ту ценность, которую они получают. И именно этому я делаю упор на это в своем курсе «Как делать бизнес в интернете». Именно благодарность, именно то, что мы отдаем людям, потому что люди дают нам деньги в благодарность за ту ценность, которую мы им даем. Это я прямо вот на первом занятии об этом говорил. То есть надо давать людям ценность, прежде всего, и ценность должна превышать то, что они заплатят в деньгах. Просто деньги это как бы, ну, надо сказать, что если вы заплатите, скажем, мне вот такую-то сумму, то, соответственно, вы уже не будете терзать себя, ну, как бы, совесть вас не будет мучить, что вы не отплатили человеку добром взамен на то, что вы получили. Вот, вот такая вот теория. И здесь я просто рассказываю, как эту ценность дать максимальному количеству людей на этом курсе. То есть, как привлечь максимальное количество людей, как помочь максимальному количеству людей. Это основная задача бизнеса. Об этом я рассказываю на курсе «Как делать бизнес в интернете». Ну и основное это как построить автоматическую воронку продаж для того, чтобы деньги шли сами, без нашего участия. Это тоже возможно. Но главное это ценность, которую мы даем людям. Вот такая штука. И цифровые рубли это тоже всего лишь средства. Не надо их бояться, надо их приветствовать. Ну вот на сегодня все. Поставьте, пожалуйста, лайк. Я надеюсь, что я рассеял какие-то сомнения, может быть. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу. А я буду отвечать по мере возможности на ваши комментарии. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демидков Юрий.